Команда «Юность» играет в полном составе. Команда «Барыс» играет в полном составе. Thank you.
За подножку малым штрафом наказан Алим Айткалиев, номер 21, команда Борис. Команда «Борис» играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан Даниил Байсак, номер 16, команда «Борис». Команда «Борис» играет в полном составе.
За атаку игрока, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Чингиз Икрамов, номер 87, команда «Барыс». Команда «Барыс» играет в полном составе.
минута третьего периода. Шайбу забросил Егор Смоленинов, номер 77, команда «Юность». Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны в команде «Юность» Адин Бесикбаев, номер 57. В команде «Борис» Сарсим Исмухамбетов, номер 19.